Фильтр – специальное помещение карантина приюта Мурдом. Сюда поступают кошки, которых находят или приносят в приют. Здесь у них берут все необходимые анализы, по результатам которых принимают решение отправить животное в чистый карантин или на лечение. Фильтр теперь отремонтируют на средства гранта администрации города. Это помещение без ремонта, поэтому там покрасят стены, поменяют пол, покрасят потолок, и там уже будет чистое, хорошее помещение, в котором будут содержаться животные. Также там будут стоять боксы, в которых они будут находиться. Сейчас в приюте около 100 животных. У каждого пушистика своя, порой трагичная история. Буня – одна из немногих породистых животных Мурдома. Ее хозяйки не стало. Теперь девочка породы Скоттиш Фолд ищет семью. Бонни 5 лет. Она очень добрая, ласковая, подойдет почти в любую семью, но из-за того, что у нее ВИК, это болезнь иммунодефицита, ей нельзя находиться с другими кошками. То есть в нем может соседствовать с собакой, попугаем, рыбкой, кем угодно, но не кошкой. Харизматичный пушистый кот с немного грустными глазами только на первый взгляд кажется грозным. Пушистик с озвученной кличкой «Бегемот» очень любит внимание и ласку. Анна заметила его на улице Силкина и долго не могла поймать уличного жителя. Но однажды ей это все-таки удалось. И теперь у бегемота есть крыша над головой, удобная лежанка, но не хватает любящих хозяев, которые заберут его домой. Он очень ласковый, он спокойный, он будет сидеть на коленках, мурчать. То есть это вот кот, который, мне кажется, идеально подойдет в семью, где нет уже маленьких детей, например, там людям постарше. Вот, он станет отличным компаньоном. Вот, он очень классный, он очень красивый, он такой статный котяра, крупный. Вот, он у нас уже после груминга, поэтому он похорошел еще больше. Узнать подробнее о питомцах приюта можно по номерам 8-908-762-09-51 и 3-79-51. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.